Всем приветики, друзья! Добро пожаловать на мой канал Jumpin' Donuts, и я с вами Jump. Сегодня будет видео совместно с моей любимой блогершей Вина Грация. Мы с ней решили создать видео на День Святого Валентина. Я вам покажу Smokey Eyes на День Валентина, более такой яркий вечерний макияж, а Вина вам покажет более натуральный вид этого макияжа. Так что обязательно проверьте ее канал, если что, оставлю ссылку под моим видео. Она очень талантливая визажист, очень красивая девушка, так что обязательно проверьте ее канал. А мы с вами давайте приступим. Как всегда, я макияж начну с праймера. Это праймер корректор от Стила. Он убирает красноту и успокаивает кожу. Я буду сегодня смешивать две тоналки, это Стила и Infallible Matte от L'Oreal. Мне кажется, когда я их перемешиваю, дает очень красивое покрытие. Для консилера я использую Maracuja Crystal Concealer от Tarte. Наношу ее под глазами, на T-зоне и зону вокруг носа. И хорошенько растушевываю бьюти-блендером. Дальше я беру с контурной палетки Anastasia Beverly Hills цвет Light Sculpt и Havana. Наношу под скулами по линии волос, контурирую нос и, конечно же, подбородок. Сегодня будет очень жесткий контуринг. С той же палеточки я беру хайлайтер Banana и наношу его на верхнюю часть скул, на T-зоне, на подбородок. И все растушевываю бьюти-блендером. Для бровей я, как всегда, использую Deep Brow Pomade Chocolate. И, как обычно, я наношу линию под бровями, потом над, и заполняю цветом, удлиняю кончик бровей и хорошенько растушевываю. Чтобы закрепить все, что нанесла, наношу Laura Mercier Translucent пудру. Для хайлайтера я сегодня буду использовать Becca Moonstone Highlighter. Наношу его, опять же, на верхнюю часть скул. Теперь я беру контуринг пудру Fun от Anastasia Beverly Hills и будем сейчас оттачивать контуринг. Также наношу под скулами, контурирую нос, чтобы все нормально выделялось. Я сегодня буду использовать палеточку Tartelette Teeth от Tarte. Для начала я буду использовать этот коричневый цвет Heartbreaker. Буду использовать на складочку века. Хорошенько растушевываю. Дальше я беру эти тени BFF, более такого фиолетового цвета, и наношу точно так же на складочку века. Дальше с кисточкой я наношу консилер на мое подвижное веко. Вы можете взять любой праймер, который похож на консилер. Таким образом я очищаю это место, чтобы было красиво и чисто для следующего процесса. Так, дальше я беру гелевую подводку от Maybelline. Кисточкой наношу на внешний нижний угол и оттуда начинаю чертить стрелки. Стрелки начинаем делать пожирнее. И вот здесь я начинаю растушевывать ближе к середине. Должно получиться очень мягкий, красивый переход. А чтобы закрепить эту гелевую подводку, я наношу черные тени. Вы можете взять любые черные тени. И хорошенько растушевываю. И здесь мой любимый момент. Я беру тень Urban Decay Cosmic. Это такой красивый пигмент. Наношу его пальцем на внутренний угол глаз и потихонечку переходя на внешний. Таким образом получится очень мягкий, красивый переход. Перед тем, как наносить накладные ресницы, я использую Marc Jacobs тушь. Сегодня буду использовать мои любимые Velour накладные ресницы. Они называются Fluffing Cool. Очень красивые ресницы. Чтобы накладные ресницы не особо выделяли, что они накладные, я буду подводить подводкой. Чтобы контурировать мои губы, я буду использовать Lancome карандаш для губ, который называется Bronzel. Для помады я использую Кашемир от Lime Crime, очень красивый цвет. А чтобы сделать омбре, я буду использовать Cry On от Bite, цвет называется Blank. Буду наносить его посередине моих губ, просто растушевывая губами. Потом дальше обратно беру карандаш для губ от Lancome и немножечко подвожу под губами, чтобы было красиво.
Таким образом, мои губы визуально стали побольше. Ну, как-то так, ребята. Спасибо огромное, что посмотрели мое видео до конца. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Вся информация о косметике, которую я использовала сегодня, будет под моим видео, где описание. Обязательно проверьте. Если вы хотите узнать обо мне побольше, обязательно меня добавьте в Инстаграме и в Снапчате. Я больше провожу время там, так что обязательно зафоловьте меня. Сейчас переходите на видео Вины, где она вам покажет, как делается романтичный и натуральный макияж ко дню Святого Валентина. Ходите по ссылке вот здесь, либо же будет ссылка под моим видео. А мы с вами увидимся на следующем видео. Спасибо, что вы были со мной. Пока-пока!